Так, хлопушечка. Поехали. Друзья, всем привет. Давно не выпускал никаких видеозарисовок. На улице устоялась достаточно морозная погодка. И на параплане сейчас не совсем хорошо летать, потому что при отрицательной температуре трескается пропитка, которая в свою очередь состоит из... В общем, на водной основе она состоит. И в хороший мороз после приземления можно посмотреть на свое крыло, увидеть такие маленькие-маленькие трещинки. А пропитка — это то, что заставляет ваше крыло не продуваться и шуршать. Вот когда крылышко новое берешь, оно шуршит, так приятно. Вот, поэтому лучше переждать морозы, как бы у нас не чесалось у всех, и в более благоприятную погоду уже с новыми силами летать. Сегодня у нас не будет полетов. Сегодня у нас будет психологическая работа, работа над собой. Я читал, не помню в какой книжке, что-то там, то ли Игоря Волкова, то ли... Не скажу, не помню, не буду врать. Полет полетом, а когда ты выходишь на балкон высотного здания, начинают потеть ладошки. И, в общем, тут получается такое, это самое... В общем, тут получается немножко другой эффект. Ты находишься в постоянном движении, у тебя нет точки опоры. Когда ты непосредственно привязан к чему-либо, там, к зданию, например, то тут получается совершенно немножко другой эффект. Вот. И поэтому мы сегодня полезем. На башенный кран. Башенный кран Терекс Комедил. Высота крана 100 метров. У нас из нашего клуба работает сейчас на смене Станислав Казаков. Вот я уже вижу кран. И он нас любезно пригласил в кабину за джойстики. И немножко поработать, посмотреть, что такое работа на башенном кране. Так что наливайте чаек, кофе, печенки и погнали. Я пару дней назад полез, но было уже такое время суток, достаточно уже темно было, и ветерок со снегом был, и температурка тоже такая, не совсем тепло. Плюс Стас попросил там туда-сюда, возьми там водички, там покушать. Ну и, соответственно, я с пакетом подъезжаю, думаю, что мне там этот кран. Ну и, короче, на 70 метров я залез, у меня порвался пакет. Все это полетело вниз по секциям, упало. В общем, я дико-дико устал, и мне еще болела голова. И... Я принял решение, что в этот раз у меня не получится. Слез и поехал домой. Сейчас у меня вторая попытка. Сейчас достаточно так светло. Вот. Стас звонил, говорил, что сегодня будет большая заливка бетоном арматуры. Перекрытие будет заливать. Вот. И у нас будет прекрасная возможность понаблюдать за процессом. Непосредственно посидеть за джойстиками. Если Стас разрешит. В общем, я думаю, будет интересно. Так, друзья, мы зашли на объект. Вот кран, на который полезем. Ну что, погнали? Ну, поехали. И начинаем подъем.
Начинаем наш подъем. Фу, ебать. Тяжеловато, нахуй. А это не с парапланом лезть. Фу. Сделаем передышку. Фу. Покурим немножко. Фу. Ебать. Ну тут главное потихонечку. Изначально рывок слишком большой взял. Темп. Сейчас немножко отдышусь и полезем дальше. Фу. Стас уже там заваривает кофе. Вот. Будем пить кофе и работать за жестиками. Вот такая строечка. Ага. Ну все, полезли потихонечку. Ничего на свете лучше нету. Чем залезть на кран? Минус 18. Фу. Ладно. Еще одно усилие над собой. Фу. Посмотрим. Парни там что-то колдуют с перекрытием. Фу. Вот такая красота. Разве можно такое на параплане прочувствовать? Конечно, нет. На параплане у нас быстрая динамика. Нет времени испугаться, как ты на высоте уже 300 метров. А здесь привязан какой-то железяки. Все зависит от твоих физических возможностей. Ну и, конечно, все говно из тебя начинает вылазить. Сейчас немножко отдышимся и полезем. Фу. Аж руки трясутся от напряжения физического. Ну ничего, потихонечку будем лезть, по чуть-чуть отдыхая. Вон уже подлазим к первой пристежечке. Красненькая вверху перемычка к дому. Фиксирует кран высотный. Вот. Стас там что-то уже монтирует, поворачивает. Вот. Так что башни по башне пошли вибрации. Да, ребят, это самое. Навалите лайков там, а то вот так вот лезть, что-то комментировать.
Очень тяжело. Одышкой дышать тяжело. И все ради вас, ребятушки. Все, погнали дальше. Здесь уже лестница немножко другая. Круглая. Пруты. Ничего. Потихонечку лезем. Потихонечку. Как говорил мой дед, подбадривай себя. Или Стаса дед говорил. Уже не помню. Фу. Ну что, еще перекурчик сделаем. Фу. Тяжко, тяжко дается. Без физической-то подготовки. Вот зачем нужна наземная подготовка. Вышел, физухой позанимался, всегда в тонусе. Вот. Так что наземная подготовка, она многое что дает. Это не панацея, то что в одно уперся и как бы дальше никакого движения нет. Нет, надо просто максимально до конца постичь одно и перейти к другому. Что за бред несу, а? Вот. Вот стоит пятитонничек, строит детский сад, походу, или школу. Маленький кран, невысокий. Мы уже фактически уже бы добрались до его кабины. Ну а сейчас мы долезаем, долезли только до первой пристежки. Долезем до второй, это будет только 2/3 крана. Поэтому дорога у нас тяжелая, не торопимся. Как Стас сказал, потихонечку лезем. Фу. Отдыхаем. Вон все ребята на нас, крановщики, смотрят. Болеют, наверное. Ставят ставки, залезет, не залезет. Вот. Так, хоть бы мне батарейки хватило все кино собрать. Точнее, все кино, весь фильм заснять. Сейчас ноги немножко разгрузятся, а то при весе 130 килограмм как-то тяжеловато, я бы сказал. Тяжеловато. Сейчас руки отойдут. Фу. Полезли потихонечку. Так, хотел одеть шлем, чтобы камеру на шлем повесить. Но что-то где-то он у меня то ли крепеж потерялся, то ли... Короче, не нашел. Поэтому сорян. Видос будет такой жизненный, динамичный. Фу. Поэтому слишком не обижайтесь, ребятушки. О, как говно-то начинает лезть, а? Вон пристежка стоит, распорка такая. Сейчас вот надо будет через нее перешагнуть. Руки затекли, бля. Все затекло. А вон новый дом. Уже люди вселились, живут. Сидят.
газеты читают. Вот. Обедают. Смотрят телевизоры. Кто-то потрахивается. О. Да. Хорошо балаклаву одел. Через нее воздух не такой холодный. Чтоб не простыть. О. Так. Так, что там Стас делает? Слазит-то, конечно, быстрее. Залазить, конечно, тяжело, блин. Вот Стас говорит, на первом кране там женщина сегодня где-то более часа залазила. Тяжело, конечно. Хоть люди работают по 30 лет, и все равно это нужна такая хорошая физическая подготовка. Ну, краны выше 170 метров уже снабжены лифтами, поэтому там немножко попроще. Фу. Вот. Ну а мы своими силами. Есть времечко полюбоваться. Вон там стоят старые советские КБшки, маховые краны. Желтенькие. Это Дальневосточный 13 у нас. Вот такая застройка идет. Там разметки. Дома будут ставить. Так что можно, в принципе, поработать здесь. Ну, в будущем. Сейчас самое сложное — пристежку перемахнуть, вот эту вот. И там дальше такая же будет пристежечка. Лезем потихонечку, чё стоять-то? Полезли. Так, перелезаем через пристежку. Тере-тере-те. Тере-те. Вот такая вот работа над собой. Так, ну что, преодолели еще одну секцию. Постоим, покурим, подышим, точнее, курить плохо и вредно. Ай, кстати, вот такая вот подножечка здесь, ступенечка. Вон там стоят люди внизу, курят. Думают, чё за лох лезет. Фу. Это вон там ЖК «Юность», прямо по горизонту. Вот, прямо по курсу. Вон Нева. Вон там вот Октябрьская набережная.
Ну так. Ноги затекли, конечно. Надеюсь, батарейки-то хватит долезть. Ну что, полезли дальше. Лезем потихонечку, помаленечку. Фу. Кстати, было такое желание записаться в какой-нибудь бойцовский, ну, спортзал рядом с домом, чтобы веса к весне подскинуть. Но чувствую, вот так недельку-то полазишь, никакой зал не нужен. Фу. Фу. Да, батарейка-то у меня сейчас сядет. Ладно, пока прервусь, ребят. Потом включу чуть повыше. Так, башмачки. Ой, бля. Ебать мои ноги нахуй. Сейчас я тут это. Кого это, блядь? Ну, похоже на то, как танки горели, конечно. Фух. Парни, если что, я готов. Ай, ну давай, выебывайся. Фу, Стас, я сюда балаклавку с перчатками положу, блядь. Иначе меня пиздать. Фу. Чувак, только ради тебя сюда полез, так что с тебя шавуха, ну. Ну чё, я сколько лез-то? Час? Смешно было? Не, просто я понимаю, что ходняк сам будет запихать, блядь. Тут замок закрывается, чтобы я не выпал, ну. Ты смотри, блядь. Так. А что, а это печь-то, блядь? Кошки, вы кошки, блядь. Сейчас, подожди. Я же еще камеру-то не включил. Я нахуй выключил там, блядь, на середине, то, что, блядь, там одна палка была. Ну хорошо, одна, не две, блядь. Две-то это же, блядь. Совсем пиздец. Ну чё, давай кофеечек, блядь, ради кофе лез, честно. Нахуй, посреди крана, думаю, ёб твою мать, куда ты меня нахуй тащишь, Лина, блядь. Так. Ну, вот мы и залезли к Станиславу. Стас, привет. Доброго, доброго. А что ты в темноте сидишь тут? Тут есть вообще? Ну, давай, вот. Так, уже как дома, а куда втыкать-то, чтоб не взорвалось? Так, и кнопочку, да? Там есть вода? Да. Вот. Ну-ка, видончик зашними. Охуеть, да? Блять, а матюкаться-то можно?
Так, и что ты тут у парней покушал? Ну рассказывай, что это тут? Компьютеры? Компьютеры, нельзя верить просто. В Сегу играешь какую-то тут. А что, камера такая, что ли, или что? А? Ну, это беленькая такая штука. Ну, вон стоит лук. Но... А? Короче, Стас, сколько метров-то тут? Вот Стас работает на такой штуке. Вот. Крутанской, блин. Охренеть. Ну такая тесноватенькая, да, кабинка, блин. Надо было на Петровске туда к тебе залезать. Ну там, да, там дисциплинник. Ну. Ладно, что, мы пьем кофе, короче, это. Потом я отойду, может, что-нибудь запилим, да, Стас? Там. Вот, ну все. Все, съемка пошел. Надо, короче, сюда клеватый приделать, чтобы раскачку отлавливать. Да? Весом, короче, да, работать? Вес. Направо клеванчику поджали, папа. Летишка по затяжке. Работаем. Ну все, нормально, можно грузовую снять, на лебедку поставить. А, за капюшон. Ну, короче, что, нормально, блин, потихонечку. Это, Стас, ты говоришь, это в Питере максимальный кран тут по высоте или 120? Ну, вот еще там, да, вы, дальше на Новочеркасско-Липхер стоит, там 120 будет. Угу. То есть, ну, вот рядом кран стоит у нас. Ну. У него где-то, да, вот 110 будет. Это запотело, а с одной стороны? Это шеф пьет просто. Не, я не пью. Я не пьющий. Ну, все начинающие крановщики, они, скажем так, всегда на трезвый взгляд приходят. Ладно, сейчас освоится. Ну, поехали. Кстати, можно сейчас, блядь, эту превьюху записать. Да? Видос. Все, запишем сейчас. Я пока сегодня на кран. Смелее, смелее. Вторую, третью. Сейчас он пока разгонится. А, сухой. Да, сунул эту крановку на кране. Это у нас Дальневосточный, да? Да, Дальневосточный проспект. Я, наверное, как эта девочка в полицейской академии, чернокожая сейчас. Что? На права сдаю, осталось этот музон включить, потом на видео. Так, а выключим, чтобы у них тоже... Шеф, АК сегодня на крань. Чего? Шеф, АК на крань сегодня. Смелее, смелее. Да. Это вторая, что? Это все равно максимально выдавить ее полностью к себе. Вот. Когда бросать? Ну еще, еще, еще. Хорошая. Еще, 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 еще. Докручиваем, докручиваем 360. Держим, держим, держим. Хорош? Хорош. И вот тянем на первой. Ждем, пока сработает концевик. У меня интервалы выставлены. Ну, говори. Просто есть башенный кран, который в месяц выливает там 100 кубов бетона. Ну, это вот как сейчас вот тогда у нас перекрытие будет. Угу. Это будет где-то вот 80-100 где-то так. Есть башенный кран, который выливает 2000 кубов в месяц. Соответственно, там у тебя, да, ты залез на кран, нагнулся так раком, все, щиты в бетон, щиты в бетон. Без перерывов ты в обед будешь работать, ну, ты будешь просто вкалывать. Но у тебя там будет и доплата лучше, и отношение, понятно, там другое, то есть, как бы, ну, не знаю, и сам себя проверяешь, свою психику.
как бывает тот случай, как сейчас, вот стоит рядом соседний кран, ну, и наш, у нас разная зарплата, у нас разные ставки, там где-то, ну, не сильно, там 217-220. Ну, сколько вот такой минимум оклад получается в месяц? 55-600, да, то есть тебе зарплата где-то 52 придет, там 500, плюс 3000 аванс в конце месяца. Это твой минимальный график, где ты работаешь всего 11 дней, ну, получается полноценных 11 суток, у тебя в месяц 22 дня, где-то так ты дома, ну, меньше, 20-19, это 240 часов в месяц. Можешь впахивать 360 часов, это вот сутки через сутки, или по 12 часов каждый день ходить там работать, ты получишь 80. Mm-hmm. Это твои чистые, официальные, которые тебе будут всегда четко вовремя приходить. Вот. Ну, конечно, да, со временем начинается такое, да, ну нахер, это того не стоит, это слишком много здоровья, ну а где вы сейчас? Ну это как везде, знаешь, допустим. Да, ты везде оставляешь это здоровье. В охране, блин, сидишь там, жопу протираешь, блин, думаешь, начинаешь там уже себя накручивать. Ну вот, да. То есть. А просто по работе очень много нюансов есть, и тебе их никто не расскажет, не покажет, и ты их сам не поймешь, пока ты не оставишь пару нервных клеток один в кабине. Ты понервничаешь, да, у тебя там ничего не получается, груз гуляет, ты со всеми срешься, ля-ля-ля-ля-ля, все, то есть. А потом месяц-два проходит, ты понимаешь, что все это полная херня. Ты научился до автоматизма управлять краном полноценно, у тебя все четко, все налажено, ты знаешь, ты лезешь уже в кабину, у тебя уже ноги не трясутся от того, что, блин, надо вот целый день так четко будет работать, там, без раскачек, без ничего. Ну, спокойно. Да, ты залез, отхерачил, слез, ты уже понял, что, ну, это полная ерунда все, то есть, ну, ничего тут страшного, ужасного нет. Все, да, там, краны падают, да, тоже такое есть, но, опять же, это все от твоего распиздяйства. Но это даже не безалаберность, ну это реально уже, ну, полное распиздяйство, все. Ну это нам, ты его так нарушишь, да, требуется? Ну, осмотреть кран, болты, основания, анкера, вот если есть, как на этом кране, в данном случае, пристежки, посмотреть пристежки, канат, все механизмы, все облазил, ну, лично даже для своего спокойствия, спустился, расписался в журнале, против всех механизмов написал, все исправно, принимаю работу башенного крана, все полез. А, то есть еще надо подняться, еще раз спуститься и подняться? Ну, как правило, крановщики, знают, забивают, мы верим сменщикам, да, там, позвоним, все нормально, да, все нормально. Все. Ты пришел в прорабскую сразу, ты расписался, залез. Ну, опять же, ты лезешь, ты хотя бы болты оглядываешь, ты все по пути смотришь. Залез в кабину, нормальный толковый сменщик, он должен себе оставить вот где-то столб с канатом. Ага. Чтобы ты пришел, дал в первую очередь вира. Потому что если тормоза у нас плохо разожмутся, у тебя вира просто заклинит. А если ты будешь давать майна, и твой сменщик тебе не оставил, да, там, на виру ничего, только майновать можешь. Как? То есть канаты у тебя может тормоза не разойтись полноценно. А на рывка не будет места уже, да, получается? Да, и у тебя просто канат, у тебя бобина будет работать, у тебя будет разматывать канат, и в итоге борода у тебя на противовесе. Ну, с реборды сойдет. Да, все, и приезжают механики, часов 5-6 просто тебя пенетрируют. Ну, короче, работа несложная, но надо щепетильно так... Безопасность. Да, понимать. Планомерно, не спеша проходить стажировку, никак все дела, как бы так нахрапом не получится все это... быстро. Ну, а если и получится, то... Есть такие люди, которые, да, это делают. Они корку покупают, приходят там бум какой-нибудь, да, там устраиваются, залазят на кран и, как правило, просто кого-то убивают, скидывают с этажа, ну или что-нибудь еще. То есть, да, вот. И таких у нас хватает. В чем проблема, как бы, такие есть люди. Когда ты приходишь на смену, залазишь в кабину, тебе по рации там говорят, вот, добрый день, там, кто на крань, туда-сюда, а ты там поугарал с него, а смотришь, а у тебя уже таджик стоит и крестится, что другой человек пришел и говорит, слушай, давай хоть с тобой что-то сделаем. То есть, ну, говорит, типа, два дня, говорит, человек работал, мы ничего не могли. Понятно. Короче, профессия такая своеобразная, и профессионалов достаточно дефицит, да, у меня получается? Крановщиков, именно. То есть даже не профессионалов, а я бы сказал так, ну, крановых. Настоящего машиниста башенного крана, ну, ты его редко встретишь.
который реально крановщик. Вот это, что там кто-то пришел, отсидел, ушел, ну, засирает работу, что это все копейки, это все да-да-да. Ну, таких нытиков масса. Ну вот и все, друзья, закончился наш трип на высоту 100 метров, на башенный кран Terex Camedil 161, если я не ошибаюсь. Стасу большое спасибо, дружище, за такой опыт. А так, да, хорошая физическая нагрузка, подниматься тяжело. Казалось бы, спускаться легко, но в какой-то момент просто под тобой начинает трястись лестница, потому что у тебя трясутся ноги от нагрузки. Вот, и как бы надо быть предельно осторожным, внимательным. Лучше немножко постоять на секции, на балкончике отдохнуть и привести свое дыхание в порядок и пораскидать ноги, руки, дать выйти кислоте из мышц. До новых встреч, друзья! С вами был Самойлов Иван, парапланерный клуб «Крыло ветра». Пока!